ответ. За подлодку курс не другами подопленную. Путин ответ. За станцию мир не людьми угробленную. Путин ответ. За память отцов выродками оплеванную. Гарант несущий горе и смерть за все России ответ. Путин ответ за хороших людей здесь в нищете прозябающих. Путин ответ за чиновных грустей хором казну выгребающих. Путин ответ за взрывы домов, за унижение нации. Гарант несущий горе и смерть за все России ответ. Путин ответ за армейский разор, за офицера безгласного. Путин ответ за всеобщий раздор, за олигарха всевластного. Путин ответ за публичный Содом, за педофилов, мучителей. Гарант несущий горе и смерть за все России ответ. Путин ответ за ребят и девчат, выращенных наркоманами. Путин ответ за экранный разврат со осточертевшей рекламою. Путин ответ за судейских капут, за милицейских насильников. Гарант несущий горе и смерть за все России ответ. Путин ответ за прокуренных жен, за матерей опустившихся. Путин ответ за фальшивость погон, за сыновей разложившихся. Путин ответ за липу наград в море вина разливанного. Гарант несущий горе и смерть за все России ответ. Путин ответ за героев страны в тюрьмах годами прессуемых. Путин ответ за рабов сатаны рыночной кликой пестуемых. И за распятие русской души, и за кастрацию совести. Гарант несущий горе и смерть за все России ответ. За сданный тобою Ирак ответ. За палки в союз с Белоруссией ответ. За подонка из РАО ЕС ответ, наконец, и за Путина. За перепляс перед Бушем ответ. За халуяш перед Ельциным. Гарант несущий горе и смерть за все России ответ. Путин ответ за потоки вранья наглого и постоянного. Путин ответ за правление варья подлого и окаянного. Путин ответ за деяния свои по умерщвлению Родины. Гарант несущий горе и смерть за все России ответ. Гарант несущий горе и смерть Путин России ответ. На вопрос о гибели АПК «Курск» он, например, хладнокровно и надменно заявил: лодка утонула. Скажите, господин президент, что все-таки произошло с вашей подводной лодкой? Она утонула. It sunk. В нашем государстве все силовики, все командование силовых структур — это мразь сейчас, которая вместо того, чтобы защищать свой народ и отечество, лижет задницу нынешним Медведевым, Путиным и прочим предателям, врагам народа. Офицер должен помнить, что его задача — защищать народ и отечество. Если кто-то поднимает руку на народ, да хоть он в погонах, да хоть он твой начальник, он в первую очередь преступник, и он заслуживает смерти. У нас сейчас вот на самом деле идет война, она незаметная, ее не видно, потому что это война собственным народом на территории
территории нашего государства руками нашего же народа, то нас заставляют друг друга уничтожать. Но если человек в форме, да хоть он там с корочками ФСБ, МВД, неважно, если он поднимает руку на свой народ, в состоянии, в условиях нынешнего военного положения, он подлежит немедленному, как минимум его надо остановить. А если не получается остановить, значит уничтожить. И так должен поступать настоящий любой защитник своего народа и отечества.